Не ревнуй. Не могу. Но правда, у нас с тобой все по-другому. У нас с тобой, чувствуешь, как будто мы стометровку пробежали. Ты такой классный. Любую выбирай. Аркадий Юрьевич? Да, чем могу быть полезен? Скажите, на каком основании операцию Сергея Терехина перенесли на неделю? Вы, я так понимаю, его жена? Жена и директор. Так что случилось? Его случай не самый серьезный, так что время терпит. Не серьезно? Вы шутите так? Даже не думаю. Вы знаете, сколько я график подкатывала? Встречи, поездки, съемки, чтобы все совпало. Чтобы везде успеть. Это вы сейчас серьезно? Съемки? У Сережи плотный график. Ради вас он планы переносить не будет. Так что операцию надо сделать, когда ее поставили, в конце недели. Чтобы реабилитационный период пройти вовремя. А то что? Ну, людей просто идет. Так как поступим? Ну, смотрите, в ближайшие дни у меня планы операции, перенести их не могу. В ближайшие дни. Издеваетесь. Я же сказала, Сережа очень занят. Он сейчас в Европе. А, ну тогда я ничем не могу помочь. Кажется, я поняла, в чем дело. Сколько? Что сколько? Ну, сколько вы хотите, назовите вашу сумму. Нет, это вы меня не поняли. Для вашего мужа перенести операцию – это нарушить график, а у кого-то жизнь под угрозой. То есть договориться с вами невозможно? Вот теперь вы меня поняли. Ой, Машунечка. А я лифт не слышала. Ну, как твой? Турецкий? Нормал ты. Вот это у нас Василий. Сторож в школе. Это он так говорит. Как не спросишь его, так у него всегда все нормал, да? Вот и я 8 языков выучила, и как Василий. Нашли. Ну, как? Две недели, а? Лучше бы балкон отделал. Это же Тадж-Махал, ма. Умничка, Машуля. Ой, она все балкон, балкон. Она тобой гордится и без балкона. Машунь, да сделаю я этот балкон. Вот Тадж-Махал закончу, и все будет. Игорь. Из больницы звонили, сказали, что у Маши в конце недели операция. Ой. Мамочка. Ну ты чего? Все будет хорошо, все в порядке.
что? Это тебя. Какая красивая. Пойдем в кино, можем успеть еще на сеанс, который через 40 минут. Я передумала. Ну, хорошо, давай просто прогуляемся, сходим в театр. Я не про кино передумала. Я про нас передумала. Я хочу развестись. Опять. Не опять. Сейчас все по-другому. У тебя кто-то есть? Да почему сразу кто-то есть? Мне просто надоело ждать тебя все время с работы. Мне надоело самой развлекаться. Ну, в прошлый раз обошлись без развода, и ничего, живем. Как живем? Ну, как мы живем? Как соседи? Как родственники? Я тебе кто? Мама, бабушка, тетя, подруга. Я женщина. Я любви хочу. Ясно. Что тебе ясно? Что тебе ясно? Ясно, что ты сейчас не в духе, хочешь развода. Пойдем подадим заявление. Не знала, что ты так быстро согласишься. Я просто надеюсь, что ты передумаешь. Послушай, что тут передумывать? Что между нами общего? Хирург, риэлтор. Общего ноль. Хорошо, что еще та беременность не сохранилась. Так бы тянули сейчас лямку ради ребенка. Но это неправда. Ладно, короче, давай приезжай, погоняй с тобой по морю. Кстати, ты же не знаешь, я себе бэшку купил. Ну, бэушную, и сейчас ее доделал. Блин, там такой крокодил получается вообще. Когда ждать-то тебя? Ну, через месяц. Наконец-то поеду не в больницу, а как нормальный человек в гости. Ну, а кстати, и море тут тоже опад. Янтарь прямо под ногами валяется. И, кстати, свой дом тоже, это очень круто. Казалось бы, да, вот я бы никогда не подумал, а реально заценил. И огород, небось, копаешь, да? Ой, да ладно, ты бы тоже начала копать. Давайте продавайте свою клетушку и приезжайте к нам. Дом вот по соседству продается. Будем соседями опять. Ой, блин, ты же меня опять троллить будешь, да? Этим своим немецким, польским. Я, кстати, по-английски до сих пор не понимаю. Я соскучилась, Андрюш. Я тоже. Давай приезжай. Нин!
Полночь по городу босиком ходила, как 18-летняя. Как же мне хорошо. Подруге тоже понравилось? Скучно это, Марков. Нет тебе ни страсти, ни поэзии. Один быт. Раньше это называлось надежностью, и тебе это нравилось? Теперь я другого хочу. Гулять по улице с подругой? Не было никакой подруги, я с мужчиной была. Вызывал я к тебе. А я, Аркаш, как раз к тебе. Слышал, ты встречался с Терехиной. Нет, ну она, конечно, баба Гром. Но чтобы она тебя так быстро достала. Нет, Терехина, конечно. Нина? Нина. Нина, Нина. Не склеивается у нас. Я уже не хочу. Мужик у нее. Понимаешь? И похоже, что давно. Дела. Здравствуйте. Добрый день. Ну, хотя бы понятно, почему ты на взводе. Плохо, что башка этим забита. Послушай, а может тебе денька 2-3 взять? Прийти в себя. Найдешь, кем заменить? Устрою. Ты только по графику посмотри, кого передашь. Давай всех до Петрова. Петрову сам прооперирую. Это через 3 дня. Аркадий Юрьевич, к вам Петрова на консультацию. У ординаторской ждет. Ну, вот как раз она. Спасибо. Вы Петрова? Я ее мама. Проходите. Понимаете? Вы понимаете, ну, мы же в области живем. И, а такая дорога сложная и в электричках, и в метро. Я думаю, ну чего ж она будет трястись туда-обратно? Ну, в карточке все есть, и анализы, и обследования. Вы не волнуйтесь. Раз все здесь, то ее присутствие не обязательно. Ну, вот и я так подумала. Мало ли сквозняки. Растужаться нам категорически нельзя. То придется операцию переносить. Мне сказали, что это все вы, что это благодаря вам операция. Спасибо. Благодарить пока рано. Ну, как же. Знаете, когда мы узнали про ее этот порог сердца, ей 8 было, и все. И ни минуты покоя. И все время думаешь, мало ли, этот приступ, и лечим, а этот порог все развивается и развивается. Сейчас Машенька будет здорова. Но, к сожалению, гарантий никаких нет. А как нет? Ну, операция же. Случай очень непростой. Я бы даже сказал, тяжелый. Да, тяжелый. Мы знаем, тяжелый, да. А вот по ней так и не скажешь. Это ж, если беречься, так как здоровая. Это бессимптомное протекание болезни. Угу. А у вашей дочери очень тяжелая артальная недостаточность дисфункции и выраженная дилатация левого желудочка. Поэтому в ходе операции возможны осложнения, и получается, что благодарить пока очень рано. Угу. А вы сказали, что возможное осложнение, это как это? Это значит, что шанс интраоперационной остановки сердца и летального исхода во время операции и операционных суток очень высок. Летального исхода. Так, а это же через 3 дня?
операцию. Вас как зовут? Алевтина Семеновна. Операция даст вашей дочери шанс. Без операции шансов у вашей дочери нет. А при таком прогрессировании стеноза очень высока вероятность ВСС. Я знаю. Внезапная сердечная недостаточность. Смерть. Хорошо, что вы это понимаете. Давайте я вам все подробно объясню. Ну, а другого нет. Ну, как нет? Ну, а Германия, Израиль, опять же. Ой, сколько мы уже прикидывали. Нам на эту Германию, даже если мы квартиру продадим, с последними штанами и то не хватит. Кредит возьму, у друзей займу. Опять же, на работе. Много тебе на твоей работе дадут военному инженеру? Слушай, ну, зря ты так. Люди в беде не бросят. Сколько случаев бывало, когда всем скопом сбрасываются и... Так на это время надо. А у Маши его нет. Она в любую минуту может. Ты в одном тапке. Зато ты почему-то в двух. Далеко собралась. Мамочка, ты, пожалуйста, только не волнуйся. Я сейчас просто пойду погуляю. Ночью. Ну, ночью ведь люди тоже гуляют. Ночью люди спят. Игорь! Мам. Игорь! Она гулять собралась. Мне нужно. Что значит нужно? Я никогда не гуляла ночью. А что ты стоишь? Скажи ей. Я ненадолго. А она ненадолго. На 10 минут? Вы что, с ума сошли? Там же холодно. Мам, я тепло оделась. Так, давайте я тоже, пожалуй. Мы ненадолго. Пару кругов, вокруг дома. А ты пока чайник поставь. А если мы замерзнем, ты нас чайком-то и отогреешь. Машунь, что-то не так? Что-то случилось? Я слышала ваш с мамой разговор о моих шансах. Маша, ты не думай об этом. Пап, не получается. Это могут быть последние 3 дня в моей жизни. И один из них уже начался. Я понимаю, ты волнуешься. Но надо взять себя в руки. Пап, я могу умереть в больнице. И я ничего, ничего в этой жизни не видела, кроме больницы книг. И могу еще не увидеть. Машенька, все будет хорошо. Пап, ты можешь поклясться? Нет. Ну вот зря ты ей потакаешь. Ей беречься надо, а ты... А не по ночам гулять. Слушай, ты на эти 3 дня у себя в школе
конечно. Никто ж не отпустит, даже если заплачу. ЕГЭ же. Ясно. А чего ты спрашиваешь? Аля, слушай, только не ругайся. Послушай, я, конечно, хотел семьей, но раз ты не можешь, в общем, мы с Машкой решили на эти 3 дня в Зеленоградск, на Курскую косу, ну, к Франо, на море рвануть, а? Море? Какое море, я тебя спрашиваю? Аля, она никогда нигде не была. И что, а сейчас приспичило, когда любой чих и все? Могут операцию отменить. Потом поедет. Или не поедет. Игорь, знаешь, вот ты мне душу не рви, хорошо? Это Машкино желание. Она все знает. И слышала наш разговор. Слышала. И она хочет прожить эти 3 дня, как обычный, нормальный, здоровый человек. Я ее понимаю. Нет, дорогой мой, я этого понять никак не могу. Поэтому никуда вы не поедете. Мамочка, ну ты же ведь у нас самая добрая. Самая умная. Поэтому мой ответ, что твоему отцу, что тебе, он один. Нет, вы никуда не поедете. Мам. Ну, пусть у меня здоровье слабое, но характер-то у меня сильный, весь в тебя, ну. И что это значит? Ну, это значит, что я не собираюсь сидеть и ждать. Это значит, что у меня есть свои деньги. И я поеду, хочешь ты того или нет. Ты никуда не поедешь. Это что значит, что ты меня запрешь? Знаешь, когда ты была маленькая, тебя из дома выгнать было невозможно. Ты сядешь, книжками обложишься, только странички шуршат. 3 дня тебе нужно потерпеть. 3 дня можно потерпеть? Мама, ты пойми меня, но мне же страшно, мамочка. Но я не знаю, что будет после операции. Я знаю только то, что я эти 3 дня я проведу в полном ужасе. Машенька, Машенька, тихо, 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 Аля. Прошу тебя. Тихо! Детка, ты поедешь. Я не буду тебя запирать никогда. Моя моль. Машка, ну чё? Отец звонил. Вы сегодня вылетаете к нам, правда? Правда, правда. Но только я еще до конца сама не верю. Ой, я вам подарки везу. Круто. Все, давай, я отменяю все дела. Сам вас встречу в аэропорту. Совсем как дикарка. Смотри, все заняты своими делами. Никто на тебя не смотрит. Можешь хоть на голове стоять. Ой, ну когда же мы уже полетим? Да, что странно. Давно уже должны были регистрацию объявить. Внимание пассажирам рейса 765 Москва. Ой, это наш. По техническим причинам рейс отменяется. Подробную информацию можно получить в стойке администрации. Как отменяется? Альтернативные варианты такие. Возвращаем полную стоимость билета или оформляем вам
билеты на завтрашний рейс. Ну вот. Целый день потеряем. Так, давайте возврат. Сейчас что-нибудь придумаем. Рейсы на Калининград завтра. 12:00 и 16:40. А раньше никак? Нет, к сожалению. А, подождите, подождите. Появились снятые с брони билеты, но регистрация прямо сейчас. Отлично. Есть два билета? Мне один. Угу, паспорт, там пожалуйста. Два билета есть. Мы не летим? Пожалуйста. Извините. Да? Понимаете, у нас рейс отменили. Вы не могли бы нам уступить эти два билета? Нам очень нужно улететь сегодня, сейчас. Я прошу прощения, но у меня сложились так обстоятельства, что мне тоже нужно улететь сегодня, прямо сейчас. Простите. Да послушайте вы, ну... Извините, пожалуйста. Пап, пожалуйста, не надо. Не нужны нам ваши билеты, спасибо. Поедем завтра, все. Так. Ты можешь полететь одна? 2 часа в самолете. Андрей тебя встретит. По городу погуляете, к морю сходите. Завтра я прилечу. Машуня, ну? Папа. А как же мама? Спасибо, девушка. В конце концов, не съешь же она нас. Давай, разберемся. Слушаю вас. Билет до Калининграда. Первый раз летите? Такая неразговорчивая. Ой, так это же вы. Кому я билет не уступил? Сердитесь на меня, наверное, осуждаете? Нет, не осуждаю. Я бы на вашем месте, наверное, так же бы поступила. Почему? Потому что я никогда не видела море. И у меня есть только 3 дня, чтобы его разглядеть. И когда я его увижу в следующий раз, неизвестно. Уважительная причина. У вас тоже, наверное, уважительная, раз вы так торопитесь. Да? Я даже не знаю. Море я видел много раз. Я, честно сказать, лечу, чтобы обстановку сменить. По большому счету, мне и лететь-то все равно куда. Вот теперь осуждаете. Мне просто не нравятся такие, как вы. К тебе в аэропорт, и тут, бац, у меня машина накрылась. А ты цел? Все в порядке? Да я норм, я к тебе приехать не могу. И что делать? Да что-то сломалось, не знаю, вот что эвакуатор. Что делать-то? Ну, хватай такси и иду сюда.
Ну, прямо вдоль шоссе ты меня увидишь. Предки на работе, так что дам ключи, поедешь к нам домой. Хорошо, поняла. Да, давай. Здравствуйте, до Зеленоградска подвезете меня? За 1,5 штуки. Хорошо, давайте. Хотя нет, подождите. А у меня же деньги у папы. А где папа? Папа там. Ну так иди к папе, пусть даст денег. Тебя куда? Мы же на ты не переходили. Мне в Зеленоград. А, ну слушай, мне в ту же сторону. Давай подвезу. Давайте подвезу. Я вас очень прошу, позвольте мне реабилитироваться. Мы вместе доедем, вы увидите, что я не такой плохой, как вам кажется. У меня нет денег. Ясно. А совесть у вас есть, честное слово, или так будем стоять? Меня зовут Аркадий. Маша. Очень приятно, Маша. Значит, в самолете в первый раз летела, море увидела в первый раз, и денег вообще нет. Вы очень интересная личность, Маша. Самая обычная. Ну и где же эти самые обычные обитают? В самом обычном городе, на обычной улице, в обычном доме. Вот уже сколько живу, а таких обычных не встречал. Вы первая. Ну, наверное, потому что вы очень незаурядны и общаетесь с такими же. А может быть, мне вообще повезло, если вы на всем белом свете такая единственная. Вы что, это заигрываете со мной? Ну, а если даже так, то что? У меня парень есть. Ну, если есть парень, то все, едем молча. Смотрим в окно и любуемся пейзажем. Вот, вот он. Вот тут притормозите. Ну давай, как же броситься на меня? Все дела. Машка! Тысячу лет тебя не видел. Ой, слушай, ты пока ехала, я тебе звонил, звонил, прям обзвонился. А ты недоступна, недоступна. Думаю, что такое? А потом понял, здесь связь плохо работает. Ты за меня волновался. Ну, конечно, за тебя, Мань. За тебя. А это кто? Девушка моя. Давай познакомлю. Держи. Прошу. Прошу, Снежик, Снежанна, Маша. Маша, Снежанна. Привет, я о тебе столько слышала, мне даже кажется, я тебя давно знаю. А я что-то ничего не слышала. А что ж ты не сказала, я бы и девушке твой подарок привезла. Ой, да ладно, перебьется. Что случилось? Да фиг его знает, что-то… Может, трос есть? Не-а. Да ладно, поезжайте, мы эвакуатор дождемся. А ключи дай, пожалуйста. А, да. Вот смотри, вот этот от дома. Твоя комната, как заходишь, сразу вот прямо и направо. И там на столе мама сюрприз оставила, так что чувствуй себя как дома. Адрес переписки посмотришь.
Ну и кто это был на дороге? Парень мой. Но только не мой. А теперь Снежанина. Я к нему сюда ехала. А теперь все зря. Что зря? Ну все. Поездка вся эта. Я-то думала, как приеду к нему, мы будем на машине целоваться будем. Ты ради этого сюда и приехала? Да. Я ни разу не целовалась. Ну да, конечно, трагедия. Целоваться она не умеет. Такая дура. Зачем я вам сказала? Подожди, ты что, с ума сошел? Да, правда, целоваться не умеет. Научи. Видишь, ты какая? Какая? Смелая. Смелая. Ну что, если такая смелая, напишешь свой номер? Только у меня? На условие. Это будет легкий курортный роман. Веселое приключение. Через 2 часа приходи на набережную. Не Ой, ну ладно, хорошо, пап. Давай я тебе завтра позвоню еще. Все, целую, пока.
Ты мне звонила, что-то случилось? Ты на почту смотрела, тебе там варианты размена скинула? Нет, я еще не смотрел. Так посмотри. Посмотри и дай мне ответ. И будь на связи, не пропадай, как сегодня. Давай я тебе вышлю телефон и адрес. В гостинице, если что. Когда ты строгая, это так возможно. А у них большого выбора не было, поэтому, надеюсь, неплохо. Приятного аппетита. Здрасте. Маша. Я ждала тебя час. Я прошу прощения. Пригласила, не пришел. По-моему, ты хам. Вот так. Но вообще, я тебе написал СМС. Где было сказано, что я не приду. Точно. У меня же телефон сел. Я не видела. То есть выходит, что хамов у нас нет? Ну, извини. Ну что, пока? Ну, подожди. Почему ты передумал? Ты ведь хотел веселого приключения. Ты меня не пойми неправильно, ты очень, я тебя даже сначала не узнал, очень красивая. Правда. Но в этой истории у меня будет такая роль зрелого соблазнителя и малолетки. А это не по мне. Значит, ты считаешь меня малолеткой? Да. И я не знаю, чего я хочу, да? А чего ты хочешь? А это уже не твое дело. Простите. Продолжим? Готов сделать заказ? Да. Вот это. А, сангрита, минуточку. И во что же ты веришь? Ну, как во что, я не знаю. Привет. Я Ренат. Маша.
еще одна. Ты тоже вроде один. Точно. Может, откроем клуб «Одинокие сердца»? Зачем? Будем пары ходить, чтобы к нам никто не подкатывал и нашего одиночества не нарушал. Ой, ну, в силу своей работы я могу верить только в жизнь и смерть. Ну, серьезно. Я вот обожаю на танцполе в одиночку подергаться. А вот девчонки ко мне постоянно липнут. Кстати, пошли на дискач вместе. Спасешь меня от них. Ну, это забавно. А ты офигенная. А как же добро и зло? Добро и зло, мне кажется, это пища абсолютно лишняя. О, смотри. Пялится и пялится на меня. Ну так что? Спасешь меня ото всех? Может, сам выпьешь? Тебе чего надо? Проблем хочешь? Пошли отсюда. Не пойду я никуда с тобой. Слышал? Вали давай. Позовите полицию! Бежать! Полиция! Понял. Всем стоять! Ну, стоять! Этот ваш! Иди сюда! Да что такое? Да не я! Стоять! Я тебе сказал! Идем! Вот ты! Не рыпайся! Давай! Куда их повели? В отделение здесь за углом. До утра просидят, голубчики. А может, больше.